В этом году детские оздоровительные лагеря республики все же распахнут свои двери, но заполнены будут на 75%. Тем не менее, почти 13 тысяч детей смогут провести летние каникулы на свежем воздухе. Особое внимание при организации отдыха детей уделят безопасности. Об этом говорили на выездном совещании в оздоровительном лагере «Волна». В этом году летний отдых детей будут обеспечивать 14 загородных лагерей и почти 300 пришкольных. Особое внимание уделяется эпидбезопасности. Не менее 75% сотрудников должны быть вакцинированы. Сейчас привиты только 26%. Кроме этого, работники будут еженедельно обследоваться на COVID-19. Эти требования распространяются только на сотрудников. Ребятам при поступлении будет необходимо предоставить справку о состоянии здоровья. Ограничение коснется родителей. Посещение детей во время смены запрещено. Если у одного какого-нибудь сотрудника или у ребенка выявится коронавирусная инфекция, особенно если это штамм, азиатский или индийский штамм, а риски завоза и распространения этих штаммов у нас высокие, в том числе в Чувашской республике, то мы, скорее всего, будем вынуждены весь лагерь, хоть это 500 детей будет, но должны будем вынуждены лагерь превратить в обсерватор. Значит, дети будут сидеть в комнатах и никуда не выходить. Этого бы очень не хотелось делать. Также большое внимание при организации летнего отдыха детей уделяется комплексной безопасности. На данный момент все загородные организации отдыха детей и их оздоровления оснащены кнопками тревожной сигнализации, первичными средствами пожаротушения, пожарными кранами, системой видеонаблюдения с общим количеством камер 336, ограждены по периметру забором высотой от 1,5 до 2 метров. На сегодняшний день во всех загородных лагерях организован пропускной режим, заключены договора с охранными предприятиями в период проведения летней оздоровительной кампании. Лагерь «Романтика», расположенный в Урмашском районе, один из первых получил санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. Смена должна начаться 9 июня. К приему детей почти все готово, отмечает руководство лагеря. «Романтика» работает более 40 лет. И только в прошлом году из-за ограничительных мер двери ее были закрыты. Работает лагерь за 10 лет. Вот в прошлом году нам дали, выделили из республиканского бюджета 10 миллионов рублей. Мы все в прошлом году отремонтировали, там кровля, основные окна, двери, полы, вот, заменили оконные блоки. И благодаря этому мы нынче получили в числе первых заключения. У нас все договоры есть и по охране, и по тревожной кнопке. Вот, работаем. Все оздоровительные лагеря должны быть готовы к приему детей 30 мая. Вопросы по организации безопасного отдыха детей должны быть решены. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.